Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я хочу вам рассказать об игре Ancient Domains of Mystery, сокращенно Aidom, или в наших интернетах его называют Адом. А посмеюсь я вначале, потому что не понимаю, в какую рубрику отнести это видео. Обзоры умных игр или обзоры ретро-игр? Дело в том, что оригинальная игра Адом вышла аж в 94-м или 95-м году, но обзоры я делаю на современную версию 2015 года выпуска. Она есть в Steam, ее можно купить, и это даже не high-definition издание, просто потому что оригинальный Адом, он был сделан в ASCII графике, то бишь используются символы, всякие буквы, цифры для изображения того, что происходит на экране в игре. Создал Адом Томас Бископ, как я понимаю, немец. В начале своего пути программиста он решил сделать игру своей мечты, и так появился Адом. В принципе, это один из столпов и легенд жанра roguelike игр. В наших интернетах называют рогаликами. К жанру рогаликов, например, относится знаменитый Диабло. Хотя это, конечно, уже упрощенная штука. Ну или Darkest Dungeon, хотя, опять же, это скорее такое ответвление рогалика. Вот типичный и самый что ни на есть рогалик — это герой моего видео, игра Адом. Даже когда она была представлена в такой текстово-графической среде, которая является ASCII, на старых компьютерах я с большим удовольствием в нее играл, и вот вам даже фотка выписанных команд в мой старый блокнотик, который я использовал для более удобного управления, и эта страничка была всегда у меня перед глазами. В чем же идея подобной игры и кайф от прохождения Адома? Во-первых, игровой мир всегда создается заново случайным образом. Вообще все, и лабиринты, и подземелья, и города, все-все-все. Далее, здесь можно умереть навсегда. Не будет никаких сейвов, правда, вот современный Адом в этом плане делает послабление. Вы можете начать игру, в которых будут сейвы, но, по-моему, это тогда не рогалик уже будет. Смысл вот играть через сейвы, если все равно вы умрете, если вы умрете, а в этом одна из идей того, чтобы проходить игру правильно, то, начав заново, у вас все равно будет другая игра. Вам не придется там что-то заново делать. Все происходит пошагово. То есть, в некотором смысле, это пошаговая стратегия, хотя, конечно, нет. Скорее, пошаговая ролевая игра. Точнее, все происходит одновременно. Вы ходите не по очереди с соперниками, а одновременно, то есть как вот в ЦИВе, и делая ход, весь остальной мир тоже делает ход. В игре полная доступность всех игровых действий. Нету никаких ни искусственных ограничений, ни запретов, какого-то определенного сюжета. Игрок сам выбирает, что ему делать и когда. Играете вы всегда за одного персонажа, никого вы в компанию к себе не берете, и, собственно, прокачиваете его, взаимодействуете с миром, убиваете монстров, собираете предметы. В общем, такая огромная, уникальная ролевая игра. При этом, так как в ней очень много возможностей, очень много всяких способностей персонажа и так далее, то сделать ее на самом деле в такой современной графике, там, в стиле Ведьмака, просто невозможно. Я не представляю, как это можно все реализовать. А вот так схематично, со схематичной графикой, вполне. Проблема же в том, что, конечно, эта игра не для всех. Читая отзывы на Стиме, наткнулся на такой негативный отзыв, мол, не могу поверить, что я купил эту игру, слишком сложно играть, слишком много команд, которые надо отправлять вашему игроку. Вместо того, чтобы получать удовольствие, я сижу, разбираюсь в мануале, заучиваю все команды, нафига мне это надо. Не могу порекомендовать никому эту игру, кроме как если у вас, конечно, нету кучи свободного времени, которое вы не знаете, куда потратить. Ну, не скажу, что в этом отзыве вообще нету истины. Действительно, из-за того, что в Адоме куча возможностей, и они вываливаются на вас сразу, ты в игре теряешься. Это в некотором смысле как вот я начал играть в Европу Универсалис в сетевой игре, даже в ней не разбираясь, когда у тебя куча каких-то ползунков, сообщений, событий, и ты не понимаешь, что происходит. Если вы вообще никогда не играли ни в какие ролевые игры в принципе, то
за дом лучше даже не садиться. Но опять же, если ты разбираешься в игре, то управлять ею становится проще простого. Так как игра пошаговая, ты можешь разыгрывать тактические бои, реально как в любой хорошей стратегической игре, используя ловушки, и стрелы, или просто забивая несчастного гоблина первой подвернувшейся палкой. Ролевая система обширна настолько, что ты можешь создавать огромное количество разнообразных персонажей и проходить игру каждый раз по-разному. Есть даже такой мемчик, типа, что в Адом нету двух одинаковых прохождений. Ни одного игрока вообще в мире. Кроме того, тут много текста, и игра только на английском. Она никогда не была локализована никакие другие языки, хотя вроде как есть всякие фанатские переводы, так что я тут не буду ничего утверждать. Но автор говорил, что слишком много в игре текста, чтобы его правильно переводить, и он слишком сильно влияет на прохождение игры. Так вот, нам текстом сообщают, что, например, вы услышали плеск воды, значит, где-то есть ручеек. Или вам сообщают, что вы слышите внутренний голос, и вы можете пойти на его зов. Вот я вам сейчас процитирую отзыв одного из фанатов. При обследовании подземелий учитывай, что любая дверь при попытке открыть ее может с радостью взорваться или каким-нибудь другим способом навредить. При этом может быть поврежден не только персонаж, но и несомые вещи, что гораздо хуже. Еще знай, что тупики бывают только на заранее выдуманных локациях. В остальных же, если стоишь в тупиковом коридоре, ищи до изнеможения, найдешь секретную дверь. Причем она наверняка закрыта и заминирована. Конец цитаты. Полная свобода действий, глубочайшие подземелья, дикий рандом, потрясающая реиграбельность, какое-то невероятное количество классов и рас. И комбинации могут быть просто адовые. Например, я видел, как один из моих знакомых играл за гоблина-паладина. Тут есть сложные квесты. Причем, в отличие от многих рогаликов, Адом не заточен просто на убийство. Тут действительно очень много зависит и от возможности общаться, и дипломатии. Можно утолять голод трупами убитых врагов, жечь деревья, разбивать стены ударом ноги. Один мой герой, кстати, умер из-за падения с лестницы, потому что нес слишком много вещей. То есть его придавило этим слишком большим весом. И понятно, что Адом не станет супер популярной игрой никогда, но если вы в нем разберетесь, то, как и я, будете периодически в него возвращаться и иногда играть. Потому что это уникальное явление, другой такой игры, по-моему, нету. И здорово, что Томас, по-моему, в 2011-м решил к Адому вернуться, собрал на Indiegogo деньги на улучшение игры и вот выпустил современный вариант. Да, я понимаю, многих из вас, если вы не знакомы вот с этой игрой, может отпугнуть ее кажущаяся сложность. Но если вам нравится разбираться в сложном, то Адом, естественно, ваш выбор. Также может отпугнуть большое количество английского текста. Но, на мой взгляд, он тут довольно прост. Тем более его создавал как раз не носитель языка, и тут нету тон текста, понимаете? Вот тонны текста я называю, когда вам на экран выбрасывает несколько абзацев, которые вам приходится постоянно читать. Нет, тут обычно все укладывается в одно короткое предложение, описание того, что происходит. И этого вполне достаточно. Ты не начинаешь зевать из-за того, что тебе приходится так много читать. В общем, я игру, несомненно, рекомендую, но не всем, далеко не всем. И надеюсь, вы внимательно смотрели мой обзор, чтобы понять, заинтересует ли вас игра. Ну, а ветеранов Адома призываю в комментариях рассказывать о всяких необычных ситуациях, которые с вами случались в этой игре. На этом все. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.